Здравствуйте, уважаемые граждане России и бывший Советский Союз. С вами Лариса Головкова и Павел Храмов. Сегодня мы с вами будем говорить на тему «Как приехать в Америку». Сейчас мы с вами находимся на Гавайях. Сегодня у нас 26 число и примерно сейчас 5:30 у нас вечера. Лара, пожалуйста. Ты хочешь сказать, что можно приехать и жить в Америку? Конечно. А сколько ты здесь живешь? Я живу на Гавайях примерно уже около 7 лет. Вот, и я очень люблю Гавайи. В то же время я очень счастлив от той жизни, которая нам дарит именно вот гавайская природа, которая тут у нас находится. Еще бы. Видите, какие у нас вот красивые пальмы, океан, такой дом красивый, такая машина шикарная. Знаешь, очень многие мечтают об этом. Поэтому Гавайи — это малина. Очень многие мечтают об этом. Как ты считаешь, эту мечту можно купить? Мечту? Да. Как ты считаешь, можно ли купить мечту? Я считаю, что мечту можно купить. Да. Но я думаю, что невозможно купить мечту жить в Америке. Почему же? Возможно. В Америку можно... Почему же? Возможно. В Америку можно приехать абсолютно разным способом. Так вот, легально и нелегально. Вот. Но я бы посоветовал бы серьезным русским гражданам и всем, и всему бывшему Советскому Союзу, чтобы приехать в Америку, вам для этого необходимо всего лишь 500 тысяч долларов или 1 миллион долларов. Вы вкладываете свои деньги в американскую экономику, вот, а мы вам помогаем приобрести зеленую карту и получение гражданства. Все легко и просто. И тогда можно здесь жить, покупать такой дом, такую машину. Пожалуйста. И даже жить на Гавайях. Пожалуйста. Или просто купить себе по-русски дачи и приезжать сюда на уикенд. Совершенно верно. Тем более Гавайи — это райская такая природа, где у нас существует 24 климата. Вот. И всего во всем мире. Сколько, Лара, у нас во всем мире климата? 26. Совершенно верно. 26 климатов во всем мире. И на Гавайях у нас есть 24 климата, где мы просто отдыхаем, вот, и наслаждаемся райской жизнью, которая у нас тут находится на Гавайях. Я слышала, что здесь доступное жилье. Да, совершенно верно, так. А по сравнению с московскими ценами? Не, ну, естественно, я думаю, дешевле. Естественно, я думаю, немного дешевле, чем московские цены, так. Немного дешевле. Однозначно. То есть, я правильно понимаю, что не нужна грин-карта, не нужно выходить замуж или искать себе здесь мнимого мужа, нужно просто иметь 1 миллион долларов или 500 тысяч долларов. И что тебе это дает? В двух словах, очень коротко. Все легко и просто. Это могут абсолютно сделать все, так вот. Вкладывают инвестиции в американскую экономику, а за это Америка предоставляет гражданство. Это все официально делается на бумагах, так вот. И у русских, и у бывшего Советского Союза, так вот, допускается иметь двойное гражданство. Да. Русское и американское. Вот и все. И будете передвигаться по всему миру без виз. Я живу здесь 2 года и очень счастлива. Я думаю, что нам нужно заканчивать, потому что есть сегодня один повод, по которому нам просто нужно ехать в ресторан и очень да, вкусно сегодня ужинать. У Лары день рождения, так вот. И мы сейчас поедем в ресторан на берегу океана и будем праздновать вот это день рождения. С вами была Лара Головкова и Павел Храбов. Пожалуйста, обращайтесь к нам, так вот, можете позвонить на мой мобильный телефон 808-223-0747. 808